так, надо бы пойти и узнать, починили дверь эту или нет. Вот, все. Погнали. Так, открою дверь. Да, босс, здрасте. Ой, не босс. Да. Проверил, сходи снаружи. Почини дверь номер А. Хорошо. Сейчас только сделаю то, что хотел. Ага. Не буду мешать. Так. Тут скрытая кнопка у меня. Так, вот то, что надо. Это для таких случаев. Все, можно идти. О, что? Откуда же он тут мертвый валяется? Неужели яблоки вернулись? Предыстория. В прошлой серии двух яблок уничтожили и прилетели, ну, еще три. Так. Надо быстрее идти и заделать ту дверь. То есть чинить. Так, надо идти. Идти со всех сил. Боже, тут метель. Так, почти. Так быстрее будет. Да. Надо очень быстро. Так, что с гравитацией сегодня? Ой, ну-ка. Ну да, тут же это у нас аномалии периодические. О, вот уже обломки. Сделать, чтобы туда залезть. Так, стоп. Эту штуку я ж могу сделать, чтобы она гравитации пуляла. Чуть-чуть перестарался. Ну ладно. Да. Ладно, перестарался, ну и...
Ёп, это дрон. Надо быстрее и бы сматываться. Ладно, пойду отсюда. О, раздают масло, похлебать можно. Реально похлебать. Так-то уже начали хлебать. Я более культурный, поэтому тоже буду хлебать. А все равно потом замажет. Бинт, бинт, бинты и бинты. Все. Вкусно, ща бинты притащу. Так. Вот, сейчас все подбородок. Это. Нога там. Тебе это, голову. А последнему вообще ничего не надо. Ну, извини, пыжи. Хлебалку. Вот, все. Скоро хотя бы ток. О! А ты какие... Тут судьбами. Чел, выйди, пожалуйста, наружу. У нас попал один челик. Да, хорошо. Собирайся. Так. Погнали. Это быстро идти, потому что сегодня утром уже начали попадать. Да чуть не с гравитацией. О, это было близко. О, дверь уже. Все. Открывай и иди. Не до конца открылась, все равно. Ну, здравствуй. Только вышел уже снег. Ладно. Надо идти. Ах, вот это да. Вот их база дронов яблок. Надо быстро проскочить. Ох, ты ж. Так. Ты.
хитрый. О, все. Да. Опа, на что-то зашпарится. Здесь. А! Когда он исчез, я восстановился, зашибись. Ох ты ж. Делать. Так, о, нож. А. О, то ж я ему руку раню. Ох, ты ж. Ого, из него выпало. Фух, я и выжил. А тот там валяется бездыханное тело. Похоже, я понял, куда делалось то.